Вон тигренок тут. О, прикольно, Тагил. Там домленок. Ничего не включено, но и оплачено нами, а не Тагилом. Да, о, как Амакока, смотри, горилла. А. Вау. А вон леопард гуляет. Чахан. Пятнистый Чахан. Это прикольная канатка, беспересадочная, но... Вон там львы спят. Да пойти их поближе и заснять потом. Вот тьма боится. О, море видно хорошо отсюда. Юра, там. Я вниз боюсь смотреть. Ой, утро наступило. Бин боится. Как бин в бассейне. Я знал бы ты, как я крепко вцепилась. Кукуна. Мы тут на канатной дороге отвисаем. Держи, путик, по полной. Да у меня привязан. Смотри-ка. По полной. Вон, от души, лево. От сердца. Вон наша тень на. Ой, мы трясемся, шушуть. Трясемся. Как говорится, не то, что трястись в автобусе. А клево, что канатка работает. Да, клево, что канатка работает, накаркала, блин. Даже не видно, что работала. А мы прям все это время вид этот из окна наблюдали, теперь вон на. Вот мы тут с тучей вместе едем, но она блюрит нас. Закрывает нас. Тень у нас закрывает. Обзор там с тенью закрывает. Пока еще не зелено. А это можешь не бубнить? Я вот это, может, в интернет буду выкладывать, я шо. Чё? Меня тут не выкладывает. Тьма боится здесь. На ютубе. Ой. Что-то трясёт-то. У какой. Куча уже почти добралась до горы вершины. А мы ни хрена еще. О, еще выше подъем на. Да хорош трясти-то надо. Так опора всегда трясет. А тут недалеко падает, невысоко. Да какой нахрен невысоко? С высоты дерева нахрен. Так, с высоты третьего или четвертого этажа. О, 240 метров на. Здесь уже вот покруче падает. Высшая точка комплекса здания МГУ. Как на МГУ, короче, здесь. Сначала было пирамиды Хеопса, теперь МГУ. Да, 300 метров на. Какой вид то на ту гору. Страшный на. Ух ты, шикарно. Я мне ухо отложила. Геленджик на. 324. Вот по этих горел нет. Нефиг слушать те, кто в очереди балакают, что это ни хрена не работает. Эйфелева башня в Париже. Эйфелева башня в Париже на. И сегодня мы на Эйфелеве. Башни, считай, на высоте Эйфелевой башни. Короче, то как говорится, так и поется. Так и говорится. Блин, ну тут так высоко, так не страшно. У-ку-ку. Ой, блин. Ма боится. Да, когда высоко, а я нет. Тагел. Когда не высоко, так покажи Тагел. Юра, еще здесь. Все включено и оплачено Тагилом, на. Хорош ты, а. Еще Тагил свой потеряешь обувь. Да как можешь? Я их потеряю, они крепкие. Не знаю, крепкие. Как говорится, чем обувь крепче, тем и ноги меньше. Полыпьевка. Что-то обратно-то никто не едет. Их там забирают. Реально еще никто обратно. А вдруг там и на горе сидят и всех полин забирают. Слышь, Йорк, еще никто обратно оттуда не вернулся. Почему ты посадила? В этой будке. Кукуна. Это ма, как дела? И как дела-то? Сотни 600 метров, да?
на Юра. Куда пойдешь-то? Как говорится, куда пойдешь, так дальше. Холодно. Вот мама ушла куда-то. И вот здесь по указу в мае снимай все нафиг. Это... Это баба-яга, которая орет, потому что кто-то у нее спер метлу. Я знаю, что там площадка, уже давно увидел. Лестница наверх, она пошла. Вот по таким камням идем, как древние люди, нахрен. Наложили тут. Че? Я шо один? Реально рассадник котов этих тут. Да. Вот тут типа как один. А чё он на цепи сидит? Где-то скрытое видеонаблюдение. Сегодня около этого дольмена. Я сейчас буду загадывать наше желание. Короче, вот когда загадал желание кукона, что-то там мусор накидали. Больше нет, какие-то мусоринки там. Да? Да. И все? Я оператор или что? Этот крутой дольмен, да? Да. Песок крутой. Не то, что мы видели какие-то... Дай монетку каким-то, если монетку кидают. А сейчас сам достану. Монетку? Да, монетку кинуть. А зачем нам туда монетку кидать? Все кидают монетку, значит... Ну и что, что все? По 10 копеек. Юра, осторожно. Сюда, я монетку буду кидать. Там еще большие такие монеты есть. Как в печку, в топку запустил. Все, типа желание загадал, монету запустил. Молодец. Вернуться. Да, я сниму. Что? А давайте я сниму, а? Давайте. Вот даже куски от пакетов намотали здесь. Вот что там. Ух ты, видно все. Да, смотри, все видно. Он тут ржавой монетки. Ржавой. И что, мимо накидали тут? Мимо косы какие-то. Кукуна, это шоу-камера на дальме. Пойдем там посадимся. Нас здесь, нас видно, короче. Давай, Ма, садись. Садись. Кукуна. Таги. Таги идеально родишь. Да. Ну чё тут на горах хорошо снимается, да. Мы сейчас находимся в горах, где только что произошел обвал. Ну хоть он не только что давно. Короче, вот и обвал. И Ма испугалась, может быть. Короче, мы здесь опять. Здесь опять обвал был. А вот там дольмен, там дальше другие горы.
стопы. Успокаивается. Да. Короче, все, мы вниз спускаемся. Да, короче, да. Нет. Такел. Ма продолжает. Такел реально. Все включено и оплачено Тагилом. Дорога-то. Да, вот, вот это вот туда, это прям мимо вот этих развалин нахрен. Таджики там разные ездят на самосвалах. Что-то просто без канатной дороги. Страшно стало. Двенадцатая, а та тринадцатая несчастливая, да. Ехать, потому что ветер спина обратно холоднее. А есть и те, кто живут в Геленджике, но далеко от моря, это да. А хватит бояться тут, а надо. Тут вообще хоть мешки с картошкой, просто с картошкой вози. Все равно. Хоть грабарской лопатой говна в мешке и положи, хоть ты, хоть тонну нахрен. Если тут был ограничен вес, его бы спрашивали. Да, на. Чё тебя такая вот железка, железный трос не удержит, что ли? Не удержит. Вот ма боится. Пора бы уже приземляться. Ма всегда боится. Ехали, да, один другого. Вот это на речку свалилась, дальше вот этот можжевельник на вот. Да, вот там вот, вот там вот дуб какой-то, не видно его. Вот, а там, там ручей горный, река горная шумит внизу. Да, вон он там. А давайте, а я Никита. Давайте просто послушаем горную реку. Понимаете, этот Геленджик, он как бы... Давайте посмотрим. Ее можно перешагнуть. Ой, красотень. Клыки сосняли. Как он отвернулся на... Не, видно же. Захавал на. Облизывает так языком так. Езда еще и вертина. Хуй кошмар. Зверина. Подходит.
так же ходит, подошел, передумал идти. Поменял направление. Похавать хотят. Тихо. А то мне пневые мешаются. Тихо. Это львица встала. Она без гриба, а лев с грибой. Охавает что-то. Ай, красавчик. Пасть открывает. Тихо. Смотри. О. Ну что он валит? Куда ты пошел? Ну блин, валится. У нас. Ну куда он пошел-то нахрен, а? Борзой завалился на отдых, как я его стал снимать, сразу нафиг ушел. Валим их из... Вот, вот это леопард, да не пофиговый. Хан ему тоже все пофигу. Не, а мы к ним еще не подошли. Рыси? Что тоже? Ой, какая киска красивая. Ой, кыс. Ой, смотри, вот на лавке в санатории кыс так же развалился. Тихо, нашли, вид лапки сверху. Ой, какие красавчики. Ой, так погладить хочется, такие хорошие. Да, руку откусит нахрен. Ой, какая прелесть, какая. Вообще реально. Они не реагируют вообще. Кс. Чохан. Кс. О, посмотрел на меня, видишь? Реагирует. Какие хорошие, лапки такие большие. Как кацанам-то они. Кс-кс-кс. Надо было отсюда снимать его, там хоть шерпы. Вот. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс. Чохан. Рысь с такими кисточками. Чохан. А та лежит, красавица, и пофиговый. Пофиговый кыс. Вот туда мы, короче, поднимались, на, и вот здесь проезжали, на. Тагеэээ. Кукуна. Вот кыс тут в конец оборзел, уже обел. А другой вообще. Если бы здесь Тёхан был, он бы здесь свою территорию узнал. То, что везде воняет. Кукуна. Клёвый кыс, правда? Подойди сюда, да. Да-да, ты. Подойди, да. Хотя не, вали, 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 вали. Не, не надо. О, вот ты. А хотя не, подойди сюда. Подойди, слышь. А, не, иди отсюда, не. Прикольно. Ты, кабаны там есть еще. Кабанеро. Стоп, хода нет на. Стопе. Кабанына. Кабаны. Какая у них шкурка, глянь. Как моя шапка прям. Тут и лапочка. Вон там еще один меско хавает. Меско хавает? Вон меско какое-то у них там. Там маленький в домике сидит. А бурых волков не сними. О, воняют-то как. Ага, еноты воняют, но... Ма, подойди быстрее, а то воняет. Ма, быстрее подойди, воняет очень. Там мясо полно, тут кабанеров. Кабанеров. Свинтусы, на. Там еще лисы вверху. Хитрый звер, лисиц. Кабан, ты живешь такой. И что у тебя останется? Ну, прикинь. А что у них такое? Ой, а что это у них? Дротики. Фига себе, а кто это их так? Наверное, их каждый раз дротик втыкают и идут кормить. Ничего себе, как страшно. С снотворным, на. А почему это так? Бедные, а? С тремя шприцами в жопе ходят. Фига себе, бедные. У какой. О,
Вон, видишь, какие шприцы на... Первый раз вижу. Надо же. Ты жив так. Так кормили и усыплять надо было, наверное. Или он взбесился, его усыпляли. Пошли. Потом забыли вынуть, наверное. Да. Он этот второй нормальный, на. Ага. Вот макабанов почуяла. Видишь, у них тут все из говна состоит. О, о, прикольно. Шустрена. Ага. Рыжая лисичка, сестричка. Уф, бля. Воняет реально, да. Противогазе. Блин. А там не чашка у меня. Рассадник. О, рассадник, действительно. Вот чего ты держишь в говне? В говне и в санье. Черные лисы вот так. Не, рыжие круче, на. Черные лисички. Как прелесть. Да? Кого она? Так и не кричат, ни разу не слышно. Потом вот обезьяны так кричат, на. Это лисы. О. Маленький кабанчик. Маленький детеныш, вон он. Тут еще не засрал он. Че? Еще не засрал. Да вон он, маленький. Ну я говорю, да. Там у них все в говне, а здесь еще не сильно в говне. Я говорю. Клево. О, их можно и без решетки смотреть, прикольно. И все они здесь. А что они с Кёлой хотят, что? О, бороться начинают. О, Вован пошёл. О, воткнул. Все, воткнул. Он, отойди. Воткнул. В этот его по морде. В ответку пошёл. Этот сидит и вот. Сидит, все, отвалился. Все, тебя воткнули, да? Да, вот на нас смотрит. Вот его воткнули. Ну, не повезло тебе, тебя воткнули. Смотри, зубы какие. Отрыгнулся, иди давай. Все, иди вот в эту, вот в этку иди. Иди вот в этку, вот. О, уже другой, опять борцы. Вот, да, вот. Борцы. О, сейчас опять его на траву выкинет. Он наступил, все прошел. А этот встает. А это сюда идет. Сейчас еще этого воткнет. Всех воткнули. О, смотри, тот пошел куда-то наверх. Залез. Какие лапки. Тоже не лапки, косолапы такой неуклюжий. Ну все, они там, короче, поборолись. По-человечески сел. Прям по-человечески, надо же. Морда. Улыбается, сидит довольный. Птица. Глаза такие умные. Смотрит. Иди, лапочка. Иди, лапочка. Нельзя тебя кормить. Понятно, грязная все. Заляпалась. Да. Валялась, наверное. Там кто-то бегает. Эй, красавец. Эй, ты красавец. Важная курица. Смотри, какой большой. Какой большой. Мрау, говорит. Голодные, блин. На волю хотят. Дайте поесть, бедный. Вот там. Посмотри, смотри, там какие котят. Смотри. Какие лапочки. Смотри, какие. Маленькие. Я таких еще не видел. Лапулечки.
Только родились слепые совсем. Не смотри, реально, а мы удачно зашли тогда. Надо же, а. Совсем слепые хотят. Какой большой больше Тихона, да, у нас. Видишь? Это держит. Да. Что-то шерсть какая-то облезает, ни разу не видишь, да. Он кушает. Смотри, прям шея-то вся голая. Качелька у пса. Он что, качается? Да, наверное. Угу. Это рысь. А кто там так орёт-то? Угу. О, надо пойти заснять, как лев хавает. А здесь тут клетки мечутся, смотри. Хорёк. Ой, как вонючие-то. Реально хорьки. Там, смотри, индюки такие вот. Реально хорьки вонючие. Лапками держит. Спрятал от нас хавчик. О, как носятся. А за мясо дерутся там. Мясо носятся там. Мясом убегает. Че? Так, да не, смотрю, мясо интересно делят. Ты вот отсюда сними, вообще будет видно. Он медведя лучше сними. Этот медведь вырастет тоже с теми бороться будет.